Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хотел бы рассмотреть такое направление, как самбо. Спортивное самбо и боевое самбо. Сначала, почему я решил взяться за вот этот вот вопрос? Ничего не имею против самбистов, против тех, кто занимается самбо, против тех, кто развивается физически и интеллектуально в этом направлении, в этом стиле. Я имею кое-что против тех, кто позиционирует себя как знатоки восточных единоборств боевых систем. Я не согласен со многими высказываниями людей, сегодня живущих, также занимающихся самбо, но воспевающих дифирамбы тем людям, которые к этому направлению практически ничего не привнесли. Стояли рядышком, поддакивали, ассистировали, занимались. Научились чему-то у своих учителей и потом начали выдавать себя как основатели этого самбо. Значит, почему? Теперь давайте смотреть на этот вопрос несколько иначе. В советское время был такой журнал «Советский воин». И в 87 году, по-моему, или в июле, или в августе 87 года, в этом журнале была огромнейшая статья на несколько страниц о создателе советской борьбы с самбо. Об Анатолии Харлампиеве. Там писалось, что человек родился сейчас, в 1906 году, кажется, в конце октября 1906 года, развивался физически, морально, духовно, и когда советское правительство заметило такого вот ярого большевика-коммуниста, они направили его во Францию на стажировку или в служебную командировку. И человек, якобы проживший там во Франции 5 лет, это так писалось в статье, человек прожил там 5 лет, и за это время он занимался французским саватом, потому что он был очень спортивным человеком, и разносторонние интересы, и даже стал чемпионом одного из турниров по сават. И когда он вернулся в Советский Союз, то в 22-м году, а теперь внимательно, слушаем, человек родился в 1906 году, в 22-м году, сколько ему лет было? 16 лет. Так вот, в 22-м году этот человек представил на рассмотрение военной комиссии приемы той борьбы системы, которую якобы он сам скомпилировал. Так писалось тогда в статье в 1987 году в журнале «Советский воин». И тут сразу... Тогда не писалось, когда он родился, тогда писалось, что в 22-м году вот он предоставил на рассмотрение комиссии свою вот эту разработку боевой системы. Но если мы просто-напросто чуть-чуть включим свои мозги, мы увидим, что в 22-м году Харлампиеву было всего-навсего 16 лет. Какая нафиг Франция, какие 5 лет командировки, какой нафиг сават. Однако же... Параллельно с этим человеком жил действительно человек, который создавал по крупицам вот это направление. Его звали Василий Щепков. Родился он 25 декабря 1892 года в Южно-Сахалинской области. И на основе того, что он видел японское джиу-джитсу, японское дзюдо, английский бокс. Человек этот был заинтересован в том, чтобы создать какую-то свою систему, направленную на самозащиту, на оборону от нападения. И он, поездив по молодой Советской Республике, по разным советским республикам, собирая по крупицам, по изюминкам, те комбинации, приемы, блоки, удары, которые создавались в других народностях, в других видах борьбы, создал свою систему и предоставил ее на рассмотрение комиссии Совнаркома. Значит, Ощепков вложил в самбо очень много из грузинской чедаобы, из гюнеша, из дзюдо, из джиу-джитсу, из английского бокса, а также из вольной борьбы. Уже потом, в 30-е годы, потом уже, начали, когда советские чекисты столкнулись с приемами шотокан, начали внедрять некоторые приемы шотокан. И вот тогда уже, в 1937 году, пошло разделение на отдел самбо, направленный
именно для сотрудников НКВД, сотрудников вот этих вот спецподразделений. И обычное самбо, как спортивная подготовка, как обязательная программа для красноармейцев. Что же мы видим сегодня? Даже сегодня есть люди, которые утверждают, что основателем, основоположником стиля самбо был, правильно, Харлампиев, который родился в 1906 году, а в 1922 году уже предоставил свой 5-летний стаж в борьбе с ават на рассмотрение военной комиссии. И эти люди действительно пытаются утверждать, что так оно и было. И те, кто не соображают нифига в хронологии событий, те, кто не знают ничего о создателях этого стиля, верят беспрекословно в то, что им вливают в уши. Но давайте мы посмотрим немножечко на это иначе. Почему я вообще решил взяться за эту тему? У меня на канале, не знаю, говорил я или нет, у меня на канале были некоторые комментаторы, которые пытались позиционировать себя как знатоки боевых систем, знатоки восточных единоборств. И по факту оказалось, что это просто-напросто стукачи по клавишам. Потому что кроме того, как разводить полемику, разводить диспут на пустом месте, переходить на личные оскорбления, по факту, по теме они ничего не знают и ничего не могут. И одному такому я написал: так объясните мне, кто же был создателем вашего самбо, Харлампиев или Ощепков. Он мне ничего не смог объяснить, ничего не смог доказать. Единственное, что он повторил мои слова в зеркальном отображении. Создателем самбо был Харлампиев-Ощепков. То есть для него это один и тот же человек, но с двумя разными фамилиями. Почему вообще я решил затронуть эту тему? Потому что против самбо я, как уже сказал, я ничего не имею. Это действительно очень мощный, хороший стиль, тем более, что сегодня большинство приемов и комбинаций этого стиля используются в восьмиугольнике, в UFC или в MMA. Некто написал у меня под одним из моих видео в комментарии следующее, что все вот эти вот мастера восточных единоборств, да и ты сам, в смысле я, вы никто и звать вас никак, если вы не можете предоставить нам видеодоказательства своих спаррингов, своих выступлений в поединках на ринге. Если у тебя нет видеозаписи, значит ты никто и пошел ты нафиг. Точно так же и его тоном, его манерой разговора я этому человеку написал. Ну в таком случае создатель самбо Харлампиев или Ощепков, кто там был, не знаю, тоже полный ноль, он никто и звать его никак, потому что у нас нет видеодоказательства его поединков на татами, на ковре или на ринге. Человек просто-напросто слился. По поводу того, что я, допустим, выступал на ринге или нет, нет, я на ринге не выступал, мне там один сказал, докажи, что ты выступал на ринге. Причем тут ринг, ребята, на ринге выступают боксеры. Я выступал на татами, и, между прочим, в 93-м году я в числе участников нашей команды защищал честь республики на чемпионате Европы по таэквондо ВТФ. Это было официально. Да, в то время у нас не было возможности иметь такие вот, сейчас покажу, такие вот сотовые телефоны с видеокамерами. Или просто портативные камкордеры, или еще что-нибудь. Чтобы иметь хорошую видеокамеру, в которую впихивалась большая видеокассета, нужно было выложить деньги примерно столько же, сколько за новые «Жигули». А это мог позволить себе не каждый. Поэтому вам придется верить мне на слово. Вы же верите каким-то там шарлатанам, я не знаю, из Чехии, из Словакии, блин, там, из Болгарии, из Украины, еще кому-то, о том, что они расписывают, якобы они великие спортсмены, великие мастера, чуть ли не гранд-мастера, вы же им верите, так почему вы не можете верить мне, человеку, который действительно занимается, занимался и не прекращает заниматься восточными единоборствами, и человеку, который действительно выступал на соревнованиях по тхэквондо в 93-м году и 7 лет подряд, вот до последнего момента, вел свою школу карате здесь, в Германии, официальный бранч по карате Вадакай, полученный 3 года назад в Лондоне. Почему бы мне не верить, да? Какие вам нужны видеодоказательства? Ну так ладно.
Поэтому именно исходя из вот этих вот уколов, я решил снять такое вот видео и дать вам возможность в первую очередь самим пораскинуть мозгами, самим погуглить, как говорят, Google в помощь, самим поискать информацию о тех людях, которые стояли у истоков создания борьбы самбо. Основным человеком, основателем самбо был Василий Ощепков, который родился 25 декабря 1892 года. Он был создателем. А Харлампиев, ну, скажем так, был его ассистентом, был его учеником. И после того, когда Ощепков ушел, как бы попал в опалу советского правительства, на сцену вышел Харлампиев. И вот сейчас уже начали ему приписывать, что даже есть архивные данные, фотографии архивных данных, в которых якобы, минуточку, в 1906 году, да, в 1906 году, еще в царской России, месье Анатолий Харлампиев получил диплом за победу на первенстве, французском каком-то там первенстве по борьбе сават. Есть даже фотография, и на этой фотографии почему-то, если сават французский, первенство было во Франции, то почему на фотографии этот диплом весь написан на русском языке? Вот мне объясните просто вот такую маленькую деталь. В общем, специально для всех тех, кто сомневается и привык верить на слово абсолютно всем, в интернете, кто им заливает в уши всякую лабуду, вброс информации, попытка достучаться до вашего ума, чтобы вы сами раскрыли для себя эту информацию по теме, в которой хотите принять участие. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий и ждите. У нас всегда на канале есть что-то интересное и полезное. Всем удачи, пока!